Итак, всем привет! Осторожно, мошенники! В эфире ее ведущий Александр Шпак. Сегодня мы с вами разоблачаем лоховозку под названием «Бизнес-ангелы». Эти засранцы думают, что, прикрывшись ангельским нимбом, они стали ангелами. Но не тут-то было. От 1 до 4% каждый день это могут обещать только на заводе, который называется «Выпуск агентов пиздоболопрокатных». Да-да, блять. В общем, у них тут моментальные выплаты, начисление процентов по рабочим дням, ежедневный рост от 0,5 до 4% в день. Пиздеж, пиздоболы, реферальная программа особо нас не интересует, потому что мы ломаем сегодня этот сайт. Пишут они, пишут тут, соединить предпринимателей с источниками финансирования. Якобы мы инвестируем в новые компании. В какие компании, ребята? Хотя бы несколько брендов назовите, какие официально с вами работают. Иначе это просто ебучий хайп, который очень быстро накроется. Собственно говоря, так и есть. Сколько у нас тут инвестировано, давайте посмотрим, о чем они тут пишут. Больше 6 миллионов долларов инвестировано, ребята. Ну, что-то мне в это слабо верится особо на самом деле. 4 августа открыт 10 официальный скайп-чат. Ребята, давайте добавляйте меня в этот скайп-чат. Я вас разъебу в пух и прах, чтобы вы, суки, не наебывали честных людей. На вас уже и так до хера негативных отзывов, так вы еще в своей сети заманиваете тех, кто про вас не знает. Платить. Чего это пожизненные выплаты будут вам платить? Давайте по порядку обо всем разбираться. Значит, зашел я на доверие в сети РФ, нормально, такой авторитетный сайт, вы о нем уже знаете. Каждый раз я вам его представляю. И что тут у нас? Минус траста. Минус 37 отрицательных голосов. Есть отрицательные оценки. Понятно, что есть. Понятно, что большинство людей было наебано просто этой хуёвиной. 95% риска. Ух ты ж, ёпты, что ж такая за лоховозка-то нам попалась. Так, понятно, что тут очень все плохо. Так, Venture Alliance вот у нас был. Автоматические выплаты пожизненно. Ну понятно, что тут у нас прошло полтора месяца. Люди уже начали бунтовать. Так, 3 копейки каждый день. Написано, что вот отзывы подставные ВКонтакте. Да, согласен. Подставные отзывы сейчас можно купить. Это правильно. Точнее, нихуя неправильно. Так, вот это лоховской подставной отзыв. Понятно. Так, жалобы. Короче, пишут, вот не платят. Тут 8.06, вот, пожалуйста, недавно пишут. Не платят, все. То есть, по официальным источникам, какие я еще накопал, вот сейчас покажу вам еще источники по этому ангел бизнес, или как он правильно тут называется, бизнес-ангелы, вот. Еще накопал информацию большую. То есть, здесь люди жалобы уже туда совали на диаметр 60 тысяч просмотров. Итак, пожалуйста, вот он этот ебучий скам. Пишут, не платит. Комментарии читать, разворачивать слишком долго, ребята. Но я вам скажу так. Если хотите в деталях все узнать и раскопать, то заходите вот на этот сайт и читайте тут комментарий. Сука, блять, виснет, пидорас тупой. Вот. И будете заходить, читать. Где-то вот это вот в мае, возможно, он тут платил. Но я не буду в этом копаться, это слишком долго и нудно в этих комментариях. Там комментарии разного пошиба вместе с пруфами найдете. Также еще один сайт представляю, который разоблачает это говно. Веб-проверка. Отрицательные отзывы пошли. И причем совсем свежие. Вот 3 августа, 16 год. Со 2 августа сайт не платит, этот бизнес-ангел, эти уебки, блять. Ни в коем случае не делайте вклад. Понятное дело, они собрались с начала мая, там, когда вот открылись, да, и теперь решили вас, ебаных лохов, блять, обмануть. А я вас предупреждал, ребята, что если что-то свежее открывается, то это открывается ненадолго. И бизнес-ангелы, вот эти вот говноеды, тому подтверждение. Да, которые перестают платить после первой выплаты и банит вас за плохой отзыв в группах. То есть за плохой отзыв вас забанят, чтобы вы просто не на... вивали туда смуту, потому что кому нужны смутьяны? И разумеется, от них сами авторы хотят избавляться. Ну да ладно. Так.
Так, кто-то думает вложиться в проект. Ебанутый, блядь. Так, что у нас тут еще интересного? Ну, комментарии вот все. То есть вот перед вами все пруфы. Народ еще не знает, регаться или нет. Я говорю, ребята, ни в коем случае. Было достаточно того, что я вам уже показал все пруфы налицо. Много жалоб. Также можете посмотреть на YouTube, еще покопаться. Вон бизнес-ангелы введете отзывы. Там вам таких какашек накидают, что просто. И причем разоблачений как таковых я не видел. Ребят, я вам скажу так. То, что я вам предоставил, это ваш выбор, вкидываться в это говно или нет. Я лично вам уже по тем пруфам, которые предоставил, крайне не советую. Потому что потеряете время, потеряете деньги. А здесь, извините, от 10 баксов, как они пишут, до 100 тысяч долларов. То есть какой-то человек найдется, кто и может перевести там 1000 баксов, 5000 долларов, не дай бог. И они кинут просто этого человека сразу. Это говно рассчитано на то, чтобы кидать. И то, что эти ублюдки пишут, что они там более 6 миллионов долларов с мая месяца, открывшись, пропустили, это просто ебаные пиздоболы, блять. Сайты, которые существуют годами, такой оборот не делают там за 3, за 5 лет, там даже за 10 бывает настоящие сайты. А у них тут 6 миллионов долларов оборота инвестировано к этим говноедам. Причем с мая месяца. Ребят, это пиздеж откровенный. То, что у них сайтик еще более-менее так склепан, не на коленке. И вот эти вот бумажки, блядь, липовые. Это не дает им, скажем так, полномочий пиздить о том, что им инвестировали 6, сука, с лишним лямов. И то, что они пишут, зареганная компания Великобритании в 16 году. Да-да-да, Великобритания зарегана, конечно, блядь. Сейчас я еще адрес спешу, какой есть тут какой-то. Call-центр, Mon Free, все, блядь. Официального юридического адреса, по которому бы располагалось это все. Были пруфы, что люди присутствуют в их головном офисе. Но это пиздеж. Можно любой адрес зарегать для отмывания денег в офшорах. И через офшоры отмывать, сука, деньги. Ребята, это все так и делается. Вы это понять-то можете прекрасно. Что они могут любой вам адрес офшорный написать, который не имеет отношения к этому. Либо же, даже если они рассчитывают обобрать лохов по 100 тысяч баксов, как тут написано, они могут любой офис арендовать любой номер, посадить в колл-центре любого человека, отбашливать ему какие-то деньги, чтобы он представлялся как бизнес-ангел. Мошенникам это ничего не стоит, но разве что им тоже придется на аренду и телефоны вкинуться. Ну, блять, как они, сука, окупятся на этом. Ребята, я вас предупредил. Александр Шпак, ваш большой папа, он же Амин Аль-Махди и Бенгани, пиздить не будет. Я желаю вам добра и процветания. Ни в коем случае не ведитесь на этих говноедов. Тем более, как я уже говорил, пруфы вы видели. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайки, делайте репосты. Обязательно покажите это видео ВКонтакте. А также, если вы найдете эту группу бизнес-ангелы, киньте это в личку этим говноедам, чтобы они поменьше пиздили своим языком длинным. У кого язык опережает мысли, кто просто рассчитывает разводить людей, скиньте им это в личку, пусть они поогрятся, посмотрят, может, у них пердаки повзрываются нахер. Это я вам искренне советую. А также желаю процветания, не попадайтесь и следите за новостями на моем канале, подписавшись. А также сегодня, 9 августа 2016 года, в 23 часа 30 минут по московскому времени, заходим на мой канал, у меня будет запись, и я буду вести прямую трансляцию от 23.30, 9 августа, о рубрике «Осторожно, мошенники», «Лохотрон не пройдет». Там я расскажу вам о том, как я собираюсь усовершенствовать эту рубрику, о том, какие видео будут происходить. Также познакомлюсь поближе с вами, дорогие подписчики и зрители. Поэтому сегодня обязательно сюда заходите, будем с вами общаться, разговаривать и вести прямой диалог. Всего доброго и увидимся!